Офигеть. Отлично идешь. Хорошо, мы идем прямо с ней. Я видео опять. Давай, отлично. Пап, какая красота, а? Опа. Какой зверь. Да. Вот зверь просто. Зверь. Правее, Таль, чуть-чуть правее. Правее, нормально. Еще чуть-чуть. Еще правее. Фух. По воду хочешь купнуться? Нет, так, меньше газу. Обалдеть, да, Фа? Да. Такое возле Хайфы увидеть. Слушай, мы тут погружаемся каждую неделю. Охренеть. Слушай, стало, да? Ага. Просто стало. Смотри. Пап, доказательство, что видео нами снято. Давай, да. Помахай руками. Да. Нами да. Снято, нами снято. Только нами снято. Нами. Какое сегодня число? Удочку. Удочку. Самого, чтобы на удочку не взяли. Ой, пап, я поближе к ней. Пап, она не прыгает с воды. Где она? Вот она. Вот, смотри. Войдет, вот тут ноги. Но, Антон, она может выброситься. Но. Антон, вытянет, рассечет нахрен. Далек, а ну подойди, я чуть-чуть дотронуться до нее попытаюсь. Не надо, зачем, пап? Испугаешь, она уйдет сразу, не надо. Зачем? Она уйдет моментально, конечно. Так она нас игнорирует. Она рыба пришла. Не знаю, пап. Это, кстати, может быть плохой знак. Плохой знак, потому что они пришли сюда, и она не погружается. Понимаешь? А рыбу мы не видели на такой глубине. А что бы мы делали, Тоша, если бы она к нам там подошла? Опустились бы на дно и сидели, пока не уйдет. Просто присели бы на камнях. У нас на жизнь. Смотри. Папа, твой нож с ней? Смотри. Ай, дотронулся. Дотронулся, да? Ага. Пап, твой нож ей ничего не сделает. Только разозлит. Ну, не скажи. Пап. Ну да, нет, писальник у нас серьезный, но все равно. Затаились бы на камнях и сидели бы. Да, она после тебя крутила. Не, она не атакует. Смотри. Ох! Ох! Ну, по-моему, она ушла. Все, хватит. Ну ладно.